В активную фазу борьба с незаконными сбросами стоков на курорте вступила в январе 2015 года. Районные межведомственные комиссии, в состав которых входят представители районных администраций, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, предприятий водопроводно-канализационного комплекса и сотрудники УВД, работают ежедневно во всех 4 районах города. Всего ими было выявлено 11 648 нарушителей. Из них за незаконный сброс стоков почти 5 тысяч абонентов были отключены от водоснабжения. Почти 3000 собственников были составлены протоколы. Эти меры оказались действенными. В результате почти 1500 объектов были присоединены к центральной сети канализации. Более 3000 жителей обратились на получение тех условий для присоединения к городской сети или установки ЛОС. Всего же за этот период уже 9109 объектов полностью устранили замечания и больше не загрязняют окружающую среду. Вопросы улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на побережье остаются на особо контроле у заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Гурбы. Экологические рейды продолжатся до полного подключения абонентов к централизованной канализации.